Самарская область почти на 100% выполнила майские указы президента по повышению зарплаты сотрудникам бюджетной сферы. Увеличение окладов ощутили врачи, педагоги, сотрудники культурной и социальной сферы. Уже к концу года средняя зарплата врачей с высшим образованием составит 58 190 рублей. Это почти в два раза больше среднемесячной зарплаты по региону. Средний медперсонал будет получать чуть больше 30 тысяч, младший – почти 29. По показателям роста зарплат у медперсонала Самарская область занимает лидирующее место в Приволжском федеральном округе. Рост значения среднемесячного дохода трудовой деятельности в Самарской области на 1200 рублей соответственно повлек рост размера средней заработной платы у врачей на 2400 рублей и среднего младшего медперсонала на 1200 рублей. Почти стопроцентное выполнение показателей отмечено и в отношении работников социальной сферы. На сегодняшний день средняя заработная плата составляет почти 29 тысяч рублей. В этом году были приняты губернатором беспрецедентные решения, согласно которым у нас была пересмотрена заработная плата у такой категории сотрудников комплексных центров социального обслуживания. Мы распространили на них действие закона о социальном работнике. Это позволило практически на 5 тысяч рублей этим сотрудникам прибавить заработную плату. Зарплата учителей в Самарской области составила почти 30 тысяч рублей, а у преподавателей в техникумах даже превысила средний показатель оплаты в этой сфере. Сотрудники культуры за 6 лет стали получать почти в 3 раза больше. В части совершенствования заработной платы работников культуры 63-й регион уже не первый год занимают лидирующие позиции. В отношении работников муниципальных учреждений культуры область занимает первое место. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Самарской области за 9 месяцев 2018 года выросла на 22,6% к аналогичному периоду 2017 года. В том числе по работникам муниципальных учреждений культуры на 24,5%, по работникам государственных учреждений на 20%. При этом число занятых в Самарской области выросло на 23 тысячи человек, а количество безработных, наоборот, сократилось на 11 тысяч. Также на заседании наградили победителей и призеров регионального этапа конкурса Российская организация высокой социальной эффективности. Из 19 предприятий Самарской области 10 вышли на федеральный уровень. Кристина Инчина, Артем Сулайманов. События.